Привет, друзья, привет. Слушайте, я говорил о том, что вот стиль такой вырабатывается постепенно, что по вопросам и комментам, которые пишут там под видео, вы можете посмотреть. Ну, там появилось, коммент такой появился о том, что зачем нам метод ключ, когда я, например, свободно даю себе такое состояние расслабиться, позволяю себе делать тело, что оно хочет, и у меня все само получается. Зачем этот ключ? У меня есть три такие знакомые. Очень близкие мне люди. Давно я их знаю, и самое сложное с ними мне разговаривать. Одна из них у меня даже училась много-много лет назад и даже имеет мое свидетельство Центра защиты от стресса с моей собственной подписью. Но оказывается, вот эти три человека, одна из них Надежда, ее зовут Надежда, она физик, она замечательная умница, которая, ну, пишет интересные вещи в прозеру. Вот, мы с ней друзья такие, вот, постоянно переписываемся. Вот. Она тоже так вот легко входит в состояние и постоянно мне говорит: что ты мучаешься с этим ключом? Ты просто покажи людям, что вот так делается, и все достаточно. И вот мне там написала одна дама, посмотрите в Ютубе, в комментах, если хотите, если интересно. Зачем этот ключ нужен, когда я тоже вот так просто вхожу в это состояние, и само тело диктует, что мне делать, и я с удовольствием это делаю, и все проблемы решаю, это все замечательно, а вы со своим ключом. Вот эти вот, получается, уже четыре человека, а их много, которые легко входят в трансовое состояние. Но настолько легко, что им вообще на самом деле в этот момент ничего и не нужно, никаких методов. Я знаю еще и других людей, которые аутотренингом занимались и тоже легко входили в аутогенное погружение. Да, и потом удивлялись, а зачем другие говорят о том, что у них не получается. Им невдомек, ведь каждый судит по себе. Им невдомек, что не все такие. Ну, человек по себе судит, но на самом деле, но ему кажется, что все такие. Поэтому говорят, не суди по себе. Вот придет тебе собственная дочка и скажет: мама, вот ты так вот делаешь, вот как ты это делаешь, вот научи меня. А ты говоришь: да просто так, ну делаешь. Ну, помните фильм вот «Джентльмены удачи»? Он говорит: а что это за дерево? Ну, такое дерево, вот, такое дерево. Ну, вот смотрите, опять кто-то звонит. Сейчас я скажу там. Алло, алло. Да, пожалуйста, перезвоните мне, если не срочно, минут через 15, ладно? Так вот, постоянно, да? Ну так вот бывает, ну что же делать, ну нужен, оказывается, людям, ну это счастье мое, что я нужен, ну что делать. Вот теперь слушайте. Дочка приходит к тебе, ты ей говоришь: ну что, ты не можешь что ли сделать, ну возьми вот так вот, расслабься. Слушай себя, слушай свое тело, расслабься, позволяй ему быть таким свободным. Она пытается, у нее ничего не получается. Оказывается, у нее там блок шейный или еще чего-то. Или она тревожная, с тревожностью, или еще какие-то зажимы, блоки в организме. Ну, что-то, масса может быть причин. Видите мою картину, да? Руки вот так смотрят, глазами Вселенной. И вот глазами Вселенной смотришь на всех этих людей, разных людей. И зачем же нужен ключ? Так вот, кто каким-то методом когда-то занимался, то бишь аутотренингом, или медитацией, или альфа-состоянием, и там поймал это состояние, теперь он и думает, что тот метод самый лучший в мире, и ему никакие другие не нужны. Очень много мне говорили, что а я вот аутотренингом занимаюсь, а я вот занимаюсь альфа-состоянием.
Ну, другой-то та не может, а тебе-то кажется, что аутотренинг самый лучший метод, например, потому что ты в нем это состояние нашла, а другой нашел в другом. А ключ это универсальный метод для всех и каждого, чтобы каждый мог найти. Поэтому там и есть принцип подбора-перебора различных самых упражнений по критерию скорости автоматизации начатого действия, то это может быть или идеорефлекторное движение, и ты входишь в это состояние, или это механическое повторяемое действие, типа шалтай-болтай, или плавание, или дирижирование, или хлёст руками по спине. Ну, вот так перебираешь, и раз, и совпал. Вот же в чем дело. А кроме того, там еще, вот там мне в комменте писали о том, что я, говорит, делаю, выхожу на это состояние легко и свободно, зачем мне ваш ключ, зачем все эти вот упражнения. Ну, во-первых, она там писала о том, что я легко вхожу в состояние, это спонтанный танец. Да, но это говорит йога, это. Нет, это не йога. В йоге этого нету, во-первых. И там пишут спонтанный танец или цигун там происходит. Да если ты входишь в это состояние, и ты видела цигун, подумала о цигуне, у тебя и цигуны получается. Если видела йогу, у тебя могут получаться и йоговские упражнения. Конечно, это ты себе установки сразу трансформируются в доминанты, включаются все ресурсные системы, конечно. Но таких не так много. Это люди, которые действительно свободны от зажатости, от напряжения, от тревожности, от паничности. Ну попробуй ты это же самое состояние, вот кто мне пишет. Получи у себя, когда у тебя сильный стресс. Так ключ-то нужен для того, чтобы выйти из стресса. А когда у тебя нормальное состояние, конечно, ты легко входишь. То же самое в цигуне. Я много видел разных видео, когда тренер по цигуну там рассказывал какую-то форму цигуна, когда можно, прислушивая себе, расслаблять себя, слышать свое тело. Он говорит, научись слышать свой голос внутренний. И он всех этому учит. Да, ну так это интересно, слушай. Ну неужели непонятно, что у другого может так не получаться? А ключ как раз и нужен для этого, чтобы получалось у каждого. Поэтому там принцип подбора путем перебора, по этому критерию, который можно назвать по-другому. Критерий индивидуального соответствия. Чтобы действия совпали синхронно с текущим вашим состоянием и с конструкцией вашего тела, чтобы у вас тоже получалось, что получается у этих моих знакомых, друзей, которые легко входят в это состояние. Вот о чем я говорю. О том, что есть люди, которые и у Кашпировского, и у Чумака, и у всех целителей легко входит в состояние и получает благотворный эффект. А другие не входят. А вот когда они пользуются ключом, снимают исходные зажимы, зажатости, блоки тела и сознания, и они тоже могут входить. И когда они несколько раз так делают по ключу, то они вырабатывают навык, универсальный навык саморегуляции, что они потом могут и без этих упражнений тоже легко входить. Вот оно в чем дело. И кроме цигуна, о котором мне там писали, и кроме йоги, о котором мне писали, ключ это ресурсы. Ключ это упражнения и приемы короткие, которые можно и при шуме делать, и при всяких шумах, и выходить из стресса, и из паники. И решать задачи не только в плане тела и здоровья, но и в плане даже математические, даже какие-то там другие вопросы решать. Там вокалисты у меня обучаются, которые лучше поют, стихи начинают писать, таланты открывают у себя спящие.
Очень много чего ключ дает. Это ресурсы многоцелевого назначения, чтобы было всем понятно. А как это делается? Сама техника, система техника, ноу-хау. Такого в мире никогда не было и нет. Только наша школа это дает, а эта школа у нас имеет многолетнюю историю. Это с конца 70-х, где-то с начала 80-х. Да, просто сегодня она уже современная, доступная для всех. Там под видео ВКонтакте, посмотрите, ВКонтакте, входы в школу, человек будущего, Homo Futurus. А сам процесс подбора приемов путем перебора развивает творческую поисковую активность мозга. Разве это есть сегодня или в йоге? Что вы одновременно развиваете и здоровье, и креативность, чтобы все другие задачи, от бытовых, боевых, творческих, для здоровья и долголетия, решали успешнее. Вот так, друзья. До связи.